Почему они все открывают мне душу, мам? И куда мне девать их раскаяние да жульё? По кастрюлькам, кроватям, спальням, углам и шрамам честно прячу их боль, начищая свое ружье. Я же им не спаситель, ей-богу, не зритель в ложе, не Иисуса, не врач, что рано макает в йод. Я из стаи эпизод. Мне же, видишь ли, мама, тоже очень хочется верить в то, что кто-то меня поймет. Что возьму я взамен их потрепанной жизнью речи, где струится капель на мой обветшалый сапог? Я им руку и слог, а они мною тушат свечи. Мне же, видишь ли, мама, никто из них не помог. Им неведомо знать, что я тысячу раз погибала, поджигая их лед, а не требую быть в долгу. Я ведь тоже хочу быть порой слабой мамой. И все чищу ружье. И все выстрелить.